Давняя дружба связывает мастеров искусного Сибирска с тружениками Ордынского района. В осенние дни сюда приезжала группа художников. Но не просто в гости, а чтобы запечатлеть на своих полотнах величие и красоту трудового подвига сибирских земледельцев. Художник Петков избрал героиней своей будущей картины телятницу Приобского совхоза Екатерину Матвеевну Ватютину. Всего 3 года назад овладела она этой профессией. Сегодня на счету Екатерины Матвеевны сотни выращенных телят. Недавно новосибирские художники представили на суд своих героев зарисовки, наброски, эскизы будущих произведений.